Хорошие новости приходят с биржи. Российская валюта усиливает рост. Доллар сегодня впервые с начала ноября 2015-го опускался ниже 64 рублей. Это произошло уже после того, как Центробанк установил официальные курсы на длинные выходные. Вот они. Американская валюта 64.33, единая европейская 73.30, минус почти 80 и 60 копеек соответственно. Укрепление рубля происходит на фоне решения ЦБ оставить неизменную ключевую ставку и дорожающей нефти. Баррель марки Brent перевалил за 48 долларов.